Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот вкусняшку. Необычную. Я, честно говоря, даже не знаю, что там может быть внутри. Называется она медовые злаки с изюмом. Она такая пухленькая и довольно мягенькая. Стоит она, кстати, пятерочки. Довольно дешево, 25 рублей, что ли. То есть, ну, сейчас, в наше время, за 25 рублей найти что-то очень сложно. Состав, конечно же, здесь, на фиолетовом фоне, что, кстати, не очень удобно и, наверное, мне кажется, очень плохо видно. Вот, допустим, так я не вижу, а вот через камеру, даже не знаю, что-то вроде вижу, а что-то и нет. Если кто сможет, прочитайте состав, нажмите стоп. И, наверное, в описании еще я его оставлю. Попытаюсь найти в компьютере, в интернете. Так, здесь у нас 90 грамм, я вижу. Что состав там? А, вот состав. Овсяные хлопья, мед натуральный, изюм, кокосовое масло, так, инвентированный сироп, патока. Патока, это, кстати, мед, ну, какая-то такая часть меда. Так, сыворотка. Сгущенное молоко, что ли, наверное, что-то там не видно. Так, а, да, молоко, мука пшеничная высшего сорта. Консервант, что-то там, тра-та-та, калия. И вроде все. Ну, состав, кстати, такой более-менее натуральный. Давайте же, наконец, посмотрим, что же у нас там внутри. Нам понадобится тарелочка. Потому что мне интересно, мне, знаете, кажется, что там, наверное, много каких-то там маленьких крупиночек, связанных медом и изюмом. Мне кажется, это вот так. Ну, наверное, скорее всего. А напишите в комментариях, пока я не открыла, ваши догадки, что же там может быть. Пока я тут открываю. А, ну я уже открыла вообще-то. Оба. Да, она даже темного цвета, такого как шоколадного. Такого, как... Ну да, наверное, кто-то сказал, как какашечка квадратная, да? Похоже, кстати, на какую-то такую примятую пастилу, что ли, вот пастилу такого цвета. Ну, пахнет, кстати, так вроде бы как будто приятно. И с другой стороны что-то перебивает, такое... И приятно, и неприятно. Короче, как-то вот так она пахнет. Давайте ее сейчас разрежем. Режется она довольно неплохо. Внутри виден вон. Кстати, она же остается. Виден, наверное, изюм, что ли. Ну, наверное, знаете, это делается довольно легко. Перемалывается, наверное, изюм, там все такое. Ай, падает. Все это перемалывается, и медом все это связывается, как есть вот какие-то вегетарианские конфетки, знаете, наверное. Их еще вот крутят такие вот, делают, потом так раскладывают. Это, наверное, что-то такое подобное. Их тоже там перемалывают и связывают медом, чтобы они держались. Это вот что-то, наверное, такое подобное. Наверное, должно быть вкусное. Но больше, кстати, похоже такой темный цвет, как будто это какая-то жижа за такого... Жижа, когда вот сок крутишь яблочный, потом вот это вот, то, что остается яблоко, да, прокрученное, оно темнеет. Вот это похоже точно так же. Ладно, не будем думать и гадать, давайте с вами попробуем, что же это такое, вкусно это вообще или нет. Ну, если там есть мед, я думаю, что это вкусно. Пробуем. Изюм я почувствовала. Он действительно там есть, такой довольно мягкий, крупный, прям такой изюмище. А понять, что такое остальное коричневое, честно говоря, непонятно. Оно какое-то особо безвкусное. Изюм чувствуется, немножечко сладкость. Сладость, кстати, чуть-чуть чувствуется. Я думала, будет прям приторно. Мед же у нас такой сладкий. А, там же не мед. Там патока, точно. Или мед. Короче, не помню. Вот. Ну, такая немножечко прям нежно-нежно, чуть-чуть-чуть сладенькая. Изюм чувствуется. А сказать, что вкусно, ну, наверное, да, вкусно, но это больше необычно, больше непонятно, что тогда, если я изюм почувствовала, что такое тогда это остальное непонятное.
Ну, ничего, так нормально, необычненько. Можно иногда купить, наверное, для особенно тех людей, кто сладкое не ест. А вот просто вот такую штучку купить. Самим готовить некогда, лень, да? Долго все это купить, поел, там вроде так сладенькое съел, что-то такое не сильно химическое, да, и как бы супер. То вот так подходит. А так вот чисто каждый день я бы не покупала, точно нет. Ну, не знаю, что-то мне, честно говоря, не особо понравилось. Как-то так, среднее, вот знаете, что-то такое среднее. Давайте попробуем. Еще давайте, знаете, попробуем с другой стороны. Обычно бывает, знаете, как изюм с одной стороны есть, а с другой стороны его нет, например. Тут, по-моему, я вижу прям кусок. Тут уберем. Ну нет, кстати, смотрите, изюм, он прям везде. Я пытаюсь убрать изюм, попробовать без изюма, но он есть везде. Вот тут, по-моему, может быть, нету. Он прям, его очень много, и это очень круто на самом деле. Потому что обычно у нас бывает так. Написано, допустим, кулич. Вот у меня был обзор на кулич с изюмом. Но при этом получается, что там изюма на весь кулич, там, который весит там 100-200 грамм, да, получается 3 изюминки. То здесь вот довольно много изюма. Пробуем? Ну да, в принципе, как я и сказала, изюм я чувствую, остальное я не пойму, что такое. Кто пробовал уже, напишите комментарий, как вы думаете. Ну, видимо, состав мы с вами прям очень быстро прочли. Второй раз его я уже не смогу прочесть, потому что плохо вижу. Видимо, на это все и рассчитано. Ну, в принципе, так нормальненько. Может быть, даже во время диеты, кстати. Наверное, во время диеты она очень хорошо подойдет. Здесь у нас с вами килокалории, где-то видела, вроде есть. Но должны быть. Так, а вот, по-моему. Блин, тут по-английски. Еще по-английски, наверное. Ну, тут, кстати, даже, вот смотрите, рисуночек такой, как марокканский. Наверное, это такая вкусняшка как раз, вот ихняя. Так, килокалорий на 100 грамм, здесь 380. То есть, если вы всю пачку съедите, там чуть меньше 100, там 90 грамм, да? 380. Ну, это довольно многоватенько. Если, допустим, 3 пачки съесть, это уже будет 1000. Ну, да, где-то в районе 1000. Вот, а чтобы придерживаться, допустим, веса 50 килограмм, вам надо съедать в сутки 1500 килокалорий. Можно одними ими питаться, да? 3 раза в день. И как раз похудеешь. Так. Ну, конечно, остальное я сорвала. Давайте по-английски посмотрим. Надо было сразу. Ладно, чего-то там. У нас 6,5 грамм, чего-то там 13, это, наверное, чего-то там 60. Ладно, все остальное это я найду, наверное, в интернете. Прочитаю и внизу, если я найду, тогда где-то в комментариях, скорее всего, или в описании я оставлю. Вот, на сегодня это было все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, свои отзывы пишите, если вы эту вкусняшку пробовали. Напоминаю, она выглядит вот так вот. Есть еще какая-то там другая. Попозже будем с вами пробовать другую, если будете хорошо лайки ставить. И всем пока-пока. С вами был канал Art Money. Не забывайте вот тут подписываться.